Представляете, для чего мы проводим турнир имени Александра Францевича Троицкого? Вот в том формате, который мы проводим, для того, чтобы привести силы к общему знаменателю, для того, чтобы сравнить сегодняшние благодарения силачи, атлеты с теми, которые жили 100 лет назад. И вот второй раз мы проводим турнир в этом формате, и смотрите, начинали, так сказать, и тем не менее начинали тогда с мирового рекорда. И сегодня установили феноменальный, я считаю, мировой рекорд. Я, конечно, не сказал бы, что Алексей Ловчев это сделал, ну, потому что, во-первых, он и для Гереклиона человек, который, так сказать, далеко не посторонний, родной. И надеюсь, наша тренировочная программа этому способствовала в существенной степени. Вот не это главное. Главное – это обед. Олицетворяет собой обед, который через пространство и время не просто сравнил, а не хуже обед в прошлом. Им еще не тренироваться, каких-то вопросов они дают на той же кондиции, но в целом я горжусь, что вот здесь, на площадке Совета Гереклиона, мы собираем эту нашу российскую силу. Собираем, собираем, и будем собирать, насколько это возможно. И будем делать некие общие знаменатели, вот эти турниры, гораздо более частными, динамичными, мобильными, качественными в этом отношении. Да и прибудет с нами сила.